Здравствуйте, передо мной Игорь Веретенников. Игорь, довольны вы сегодня с собой? Второе место на чемпионате России по 100 километров. Ожидали? Это дебют же. Ну, если честно, у меня были мысли попробовать попасть в призы, да? Но изначально я планировал бежать не на место, а на время. И хотел выполнить норматив мастера спорта. Это ровно 7 минут, да? Сколько? Ну, вот было 7 часов, как бы. Так, 7 часов, то есть 7 часов. С этого лета нормативы немножко поменяли. Мастер стал на 5 минут быстрее, 6.55. 6.55, вот. А у вас сегодня получилось 7 часов 58 часов, секунд. Да, 7 часов ровно, 58 секунд. Но на самом деле я бежал до 90 где-то второго километра с ровно. С упреждением, да, ровно. На 6.54 я бежал. У меня был запас минута 30 за 10 километров. Но после 90, с 90 по 95 вырубило просто конкретно. Сначала прихватил живот, начало колоть в животе. Я съел ножку, вот, полегчало. Потом вырубило по ногам. Ну, в общем, а потом просто начал отключаться. И где-то на 95-м километре у меня все поплыло. Я уже думал, что все, упаду. Ну, реально, я бежал просто на морально-волевых. Вот. Потом съел гель и с кофеином, и полегчало. И вот добегал уже последний километр где-то по 3.50. Ну, то есть с 4 минут, ну, отпустило. Но вот был такой кризис очень-очень большой. Ну, будете выступать еще? Будете выступать на таких дистанциях еще? Алексей, вообще хотелось бы, да, потому что это мой дебют на сверхмарафоне. До этого я, кроме марафонов, больше марафона ничего не бегал. Yes. То есть 42-200 это был... Ну, поздравляю вас! Дождь ждать? Будете еще бегать? Обязательно. Я хочу еще попробовать и, возможно, не раз. Yes. Удачи вам! Спасибо.